Я отучился, пошел отрабатывать на завод 2 года. Ну и в это время, естественно, поженился с будущей женой. Хотя никогда не думал, что к чему-то это приведет. Вот, мы договорились с ней, что встретимся в Москве. Естественно, у меня были против. Типа, куда ты поедешь, как ты поедешь и так далее. Я недолго думаю, бросаю завод, не отрабатывая определенный там срок, который надо. Независимо ни от кого, нахожу деньги на билет и еду.